Российская частная военная компания «Вагнера» причастна к уничтожению украинского военного самолета Ил-76 на Донбассе, а также к штурмам Луганского аэропорта и Дебальцево в 2014-м. Об этом сообщил глава СБУ. По словам Василия Грицака, в этой компании около 5000 человек, среди них и 40 украинцев, остальные граждане России. Они воюют на Донбассе и в Сирии, а также участвовали в оккупации Крыма. Тренировочная база компании «Вагнера» расположена в Краснодарском крае России. Следователи СБУ уже подготовили подозрение ее руководителю, подполковнику запаса Дмитрию Уткину с позывным «Вагнер». На следующей неделе уведомления передадут в Генпрокуратуру. Служба безпеки Украины владеет достаточно большим объемом информации про злочины членов ЧВК «Вагнер», и мы их документуем. Мы имеем данные про не просто там прізвище, ім'я, по батькові. Ми маємо позивні, ми маємо номери паспортів, ми маємо особисті номери, ми маємо дані про місця проживання. І діяльності кожного з них буде надаватися правова оцінка в рамках кримінальних проваджень.